Всем привет, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео, спустя долгое время отсутствия, мы будем снова распаковывать бумажные сюрпризы. Кому интересно, почему меня долго не было на канале, я написала все вкратце в своем сообществе, поэтому, если я смогу, я оставлю ссылочку в описании. Ну и также, кто был подписан на мой телеграм-канал, все узнали первыми. Что ж, ну и давайте я вам представлю нашу новую коллекцию. Она готовилась к 14 февраля, но ничего страшного, что сейчас уже 1 марта. И я сразу же выберу пакетик. Давайте третий. Надо перемешать. Выберу третий. Это вот этот. Ну а все остальные коллекции вам должны быть уже знакомы, если вы их еще не забыли. Так что давайте выбирать пакетики. Мы сегодня заканчиваем две коллекции. Это скрепыши 4 и также пазлы. Коллекция маски для лица. Давайте возьмем вот этот. Коллекция Wednesday. У нас есть двойной пакетик. Я выберу Wednesday. Значки Brawl Stars. Я выберу Эдгара. Тока Бока. Вот этот новогодний. Мемные картинки для. Пожалуй, выберу вот этого котика. И последнее это бонстики. У нас здесь есть вот такие фигурные пакетики. Я выберу, наверное, розовый. И также из этих выберу вот этот первый. У нас два розовых. Давайте выберем один. Вот такие пакетики мы будем с вами сегодня распаковывать. Давайте начинать. Начну я с этого каталога. И пускай первая коллекция будет Тока Бока. Нам уже попыталась вот такая девочка. И также вот такие две. И здесь нам попался костюм Леона из Brawl Stars. И она у нас под цифрой 2. Вот такая девочка нам сегодня попалась. И дальше мы откроем коллекцию Brawl Stars значки. Вот эта коллекция, я очень рада, что она многим понравилась. Так, и нам здесь попался Мортис. Это значок, это эмоция эпическая. По цифре 2. Я потом подпишу, что это эпический. Вот как этот редкий. Открою коллекцию маски для лица. Вот она. Открываем пакетик. Кстати, если вы хотите угадывать, под какой цифрой попадется, сверху будут появляться цифры. Итак, нам попалось вот такое лицо, и на это лицо будет надета вот такая вот маска. 7. И у нас получилось вот так. Следующая коллекция, пускай это будет Wednesday. Итак, в прошлом видео, которое вышло месяц назад, нам попался вот такой набор смайлов. И это был шериф. Пока я буду распаковывать этот сюрприз, на вашем экране будут появляться комментарии с правильным ответом. Всем большой привет, кто попал в видео. Итак, в этом видео нам попался вот такой набор смайликов. И вы напишите в комментариях отгадку, если вы знаете ваши предположения. Если вы угадаете, я постараюсь вставить вас в следующее видео. Это у нас цифра 4, вот здесь. Ну и вот здесь нужно приклеить правильный ответ. Дальше, следующая коллекция, которая в этом каталоге. Вот это, мемные картинки для. Так, нам еще не попалось для месяцев рождения января и декабря. Так, и нам попалась вот такая вот мышка. По-моему, это мышонок. Он кушает, и это такой мем. Интересно, вы знаете этот мем или нет? Он был уже достаточно давно. Пришлите мне вот этот смайлик в комментариях, если вы знаете этот мем. Это у нас было для декабря. Так, мы еще с вами не открыли в этом каталоге коллекцию бонстики. Бонстрики. Нам попался вот такой вот бонстрик. Он мне, если честно, похож на
персонажа из коллаборации монстров. Одноглазый такой чувачок. По цифре 14. Он больше похож на улитку без панциря. И последний пакет на сегодня из этой коллекции. Вот, и она по цифре 1. Это вот здесь. Итак, остались коллекции скрипыши и паслы. Они у нас в старом каталоге, на который будет в скором времени обзор. Ну а сейчас мы откроем новую коллекцию. И я ее решила таким образом украсить. Знаю, простенько, но здесь будут вот такие вот большие картиночки. Они будут нам украшать эти вкладыши. Вот полностью эта коллекция. Откроем первый пакет. Так, нам попалась вот такая вот пикча. Вот такая. Держи жабу. Вот. Миленькая картиночка. Такую картиночку можно подарить, например, своей подружке. Вот. Я считаю, что это очень мило. И мне бы самой было приятно такое бы получить. По цифре 2. Будем с вами учить римские цифры. Вот. И переходим к следующему каталогу. И вот наш с вами каталог. Он очень-очень полный коллекциями, который будет очень интересно рассматривать в видео, где я буду делать на него обзор. Итак, откроем последние фрагменты пазла. Они вот по цифре 12 и по цифре 5. И вот такая вот картинка с миньонами у нас с вами получилась. Мне кажется, что это очень красиво. И было очень интересно собирать, и вначале было очень интересно угадывать. Итак, у нас с вами есть уже первая страничка заполненная, вторая не заполненная и третья заполненная. Открываем последний пакет из этой коллекции. По цифре 12. Это Змей Горыныч. Что ж, мы с вами закончили распаковывать эту коллекцию, и также наша с вами распаковка подходит к концу. Надеюсь, что если у вас было плохое настроение, это видео его подняло. И вообще, мне очень было приятно с вами провести это время. И на этом было все. Ждите следующую распаковку. Всех очень сильно люблю, и пока-пока!